самом отдаленном населенном пункте Северского района, селе Шабановском, открыли многофункциональную спортивную площадку. Приурочили события ко Дню защиты детей. В празднике в честь открытия объекта принял участие глава района Андрей Дорошевский и помощник депутата ЗСК Осман Османов. Ребята, я желаю вам всего хорошего, чтобы вы были счастливы, и вы большие наши надежды, и вы наша гордость. Мы надеемся на вас, мы вам передадим все то, что было построено, все то, что было сделано. Вы должны будете это приумножить, сохранить и также передать своим детям. Глава поселения Юрий Баранов отметил, несмотря на то, что населенный пункт считается самым отдаленным с максимально скромным бюджетом, однако имеет постоянную поддержку районных властей, депутатов и местных предприятий. В частности, оборудование площадки было приобретено благодаря финансовой помощи Афипского нефтеперерабатывающего завода. С установкой помог районный депутат Денис Бирюков. Ребята смогли осмотреть и опробовать игровое и спортивное оборудование. Есть здесь и площадка для игры в пляжный волейбол. Для максимально хорошего настроения детвору угостили мороженым. Для детей и их родителей это место станет прекрасной возможностью проводить досуг с удовольствием и пользой для здоровья. Оценила это многодетная мама и учитель физики местной школы номер 2 Виктория Чембазова. Сегодня, в первый день лета, в День защиты детей, мы рады присутствовать на открытии такой замечательной многофункциональной площадки, где могут отдыхать и играть наши дети. Я, как мама шестерых детей, очень этому рада. Хочется сказать от души спасибо, мы очень этому рады. Это очень знаменательное событие, потому что без спортивной площадки нашим детям, конечно, можно так сказать, даже заняться нечем. А теперь в преддверии лета и открытие символично 1 июня, Дню защиты детей, этой спортивной детской площадки, у нас теперь есть где проводить время нашим детям. Теперь не только, можно сказать, отдыхать можно, но и также проводить это время с пользой. Теперь село Шабановское может, ко всему прочему, похвастаться и яркой, удобной, современной спортивно-игровой площадкой. Для каждого из жителей это стало долгожданным подарком.